Ну, еще одна песня, я просто считаю своим долгом сегодня здесь ее исполнить, потому что она будет исполнена сегодня на своей родине. Эта песня родилась вот недалеко от Ярославля, еще когда мы были студентами, и нас тогда наше дальновидное правительство, как выясняется, обучало военной науке на военной кафедре, а именно мы изучали ракету С-75. Это было около полувека назад, и тогда уже готовились к Сирии. Вот у нас, как я теперь понимаю. Ну и там были сборы наши, приехали, и большую часть времени мы не занимались там всякой матчастью, а нас маршировки учили. Стояла ракета на таком возвышении, вокруг нее лежали, как вот на аэродромах, такие ленты металлические укладывают, и мы гоняли их там под команду вокруг этого самого, значит, вокруг ракеты. Ну и как-то это было очень скучно, я решил оживить и вот придумал песню. Слова придумал, и мой сокурсник Гена Христофоров, мы в палатке быстро, он сочинил музыку, и дальше уже мы маршировали с этой самой песней. Поехали. Красочный матрена, русская ракета целится в зенит. И зимой, и летом, под дождем и ветром, бабушку, невесту, мать твою хранит. Пусть враг беснуется и бесится, пусть он лезет, если лезется, ему навстречу наш заряд взлетит, в самую селедку паразит. Паразит. Били вас прикладом, били автоматом, а теперь ракетой вдарим по мозгам. Встретим, если надо, вас не мягким матом, сталью вас развеем мы по облакам. Генералы из Америки, вы напрасно нам не верите, скоро будете в истерике. Вражеским ракетам, красочным ответом, русская ракета целится в зенит. И зимой, и летом, под дождем и ветром, бабушку, невесту, мать твою хранит. Мать твою хранит, мать твою хранит. Спасибо.